Всем привет, с вами снова Женек, и сегодня мы будем продолжим проходить игру Ship Dog and Wolf. И у нас на очереди четвертая серия и уровень 7. Пришлось нам подзаморочиться в предыдущем уровне. Ну да ладно. О, господи. Ну это надолго. Видимо. Пиздец. Так. Ой. Ладно, нормально. Так. Блин. Намучаемся. Так, тут ничего. О, а это куда? Бля. Бля. Понятно. Нам, короче, надо обойти. Блядь. Господи. Давай. Так, сейчас закроется. Погнали. Оглядеться бы. Так. Чё тут? Рекомендуется зонтик. Надо найти почту, получается. Давай. Зонтик нашли. Салат. Салат нам, видимо, пригодится. Пойдем. О. Ладно. Блядь. А, погоди. О. Я готов. Блядь. Понимаю, это самое начало. Да, блин. Закрывать нам его не надо, что ли, получается? Ладно. Ну да, не надо. А, во как. Давай! Блять! А. Погоди. Ой.
прилетело, блядь. Погоди, и чего? О, давай, 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 затягивай. Бля. Бежит за нами. Пролетели. Я вижу почту. Почта, это хорошо. Уберем пока. Ну и куда? Куда это все делось? Так, иди. Нет, там текстуры. А, может, нам туда и надо? Да. Что-то не толкается. А, о, нет. Давай, 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 давай. Блин. Куда? Ой. Печально. Ой, блядь. Давай, 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 давай. Нет, туда не толкай. Блин. Понятно все. Так, ну и в итоге чё? Ничего, мы назад пришли. О, господи. А, ну, возможно, нам... Нет, 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 блин. Да ёпнуть. Нам надо назад. Уже некуда идти. Ну давай. Ну затягиваешь. Ну что такое? Ну. О. Отлично. Так, а мы тут... Ой. Да. Понятно. Зонтик. Давай, давай, давай. О, как замечательно мы попали сюда. Давайте телепортировать овечек сначала.
С ними вот, блядь. С ними вообще не варик. Ёптыть. Вот, он сюда. Так, значит, в дальнюю еще будем пробовать. Бля. О, как замечательно, да. Как замечательно вышло. Так, там чувак вот это вытаскивает. Давай овцу бросим. И я, кажется, понимаю, зачем нам фен. Блин. Камера крайне неудобная. Слышали? Меня бы. О. Давай, давай, давай. Отлично. Ну давай. Дальше пока. Нам сейчас нужно будет разложить салат. Блин, она может не пойти далековато слишком. Так, ну ладно. Так, погодите-ка. А зачем мы здесь положили салат? И здесь он тоже не нужен. Ложи ты ее. Ай, стой, 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 стой. Испугался, что не перепрыгнул. Так, ну и уровень пройден. Только бонус не нашли. И тем временем остается 9 овечек. Ну и можно еще один уровень, в принципе, захватить. В эту серию. Вроде бы довольно-таки все же быстро. Ну, относительно быстро мы прошли. Отлично! Не забудь собрать все секундомеры! Так, ну и погнали.
Так, ну и чё? Этот уровень нам покажет. Так, погоди-ка. Тут ничего нет. Почта. Почта — это хорошо. Так, да. И... Погоди. Нам дали картошку. Что-то наподобие этого. Так, сюда мы никак пока не попадаем. И, насколько я помню, эту картофельну нам нужно будет сажать. Как бы это примитивно не звучало. И часики, которые нас будут переносить в другое измерение. И там уже эту картошку мы будем сажать, а в наше время, вот тут на таких участках, а в наше время будет вырастать дерево. Так, примерно вот так вот. Погоди-ка. Да, положи ты ее обратно. По-моему, не обязательно. А, ну все, правильно, да. И вот таким образом назад мы возвращаемся. И на том месте, где мы положили эту картофельную, или что там, семя, баба. Хрен его знает. Вырастает вот такое вот чудо, по которому можно лазить. И, соответственно, спокойно мы забираем в самом начале игры бонус. Так, ну и возвращаемся за нашей картофельной. Нужно будет пересадить сейчас немного. Так. Да, салат берем и опять сюда возвращаемся и перекладываем семя. Картофельную. Господи. Мы тут задумали неплохо так. Не то, что трудно логически, больше возни со всем этим. Сажаем теперь вот сюда. Возвращаемся. И сейчас мы должны будем уже перелететь на ту сторону реки. Ага, отлично. Так, и снова нам нужно... Погоди, а у нас картофельной-то нет уже. Получается, да? А, может быть, уже и не нужна. Как видите, вот это вот... Камушки, это... О. А, дракон, я про него вообще не помню. Все эти камни.
отлично. Блин, вот этого я не помню. Чё отлично? Дракон с нами улетел. А, все, все, да, все правильно. Дракон сейчас будет херачить овец, а Сэм выкинет его просто-напросто. Так, ну а вот теперь можно возвращаться. И спокойно передвинуть камушки на свои места. Так, давай. Господи. Ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай. Бля. Просто вот когда лава попадает в него, он обжигается и тупо. И тупо не становится неуправляемым. Бегает в разные стороны, куда ему взглянется. Так, давай, 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 давай. Ой, отлично. Последний, блин. Ай. Может, я успею пройти? Так. Так, нам нужен салат. Не слушайте, а у нас тут никак что-то не получится, получается. Давайте попробуем побежать. Нет, неудачная мысль. Входи. Давай еще разочек вернемся туда. Так. Блин, вот этот уровень я, честно, очень плохо помню. Очень плохо. Все же нам, скорее всего, нужно передвинуть последний камень. Мы же овцу можем забрать в это измерение? И просто-напросто уже потом перенести ее здесь и вернуться. Пробежать уже с Эмом. Так, все, возвращаемся. Ой-ой-ой-ой-ой. Все, тихо, тихо, стой, блядь, успокойся. Успокойся. Все нормально. Вот, да, в правильном направлении ты побежал, друг. Сейчас попробуем это сделать, конечно. Так. Сэм. Иди, иди сюда. Да, погнали со мной. Мне кое-что есть для тебя, бля. Давай, 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 давай. Отлично. Нет, салат ты не получишь. Не, подождите-ка, а с овцой, получается, нельзя будет. Да? Блять, да. Так. Что нам нужно тогда? А этот камень куда?
Может, тут тоже сюда толк? Нет. Туда не толкается. Да. Хрень какая-то получается-то у нас с вами. Сожрет. Ёпта. Блять, случайно положил. Ну ладно. Давай, давай. Отворачивайся. Вот, ну и что дальше? Вот как я здесь пройду? А, не, хотя можно пройти. Давай назад. Блять. Нет, однозначно я не понимаю. Что нужно делать? Я думал, он сейчас пойдет со мной. Такого не произошло. Попробуем сейчас его затащить. Не, ну камни тоже не зря же получается мы перетаскиваем. Как же быть? Даже не бежит к нам, больше скажу. Первый раз я и встрял. Тихо. Фу-фу-фу. Получилось. Иди сюда, блядь. Кажись, понимаю, что нам нужно. Перемещаемся. Ха-ха-ха.
Ай-яй-яй-яй-яй. Ну, не так нужно было перемещаться. Не так. Подальше чуть-чуть. Ну давай. Ай, тихо, все хорошо, блядь, успокойся. Что у нас тут должно получиться? Ай-яй-яй. Нормально. Так, но она, получается, никак туда не попадает, да? Так, а если здесь применить секундомер? Часики наши. Что у нас получится? Так, ну тут же ничего нету. Так, ладно. Мы же можем прыгнуть? Ну, отлично. Так, а тут что? Тут у нас семя должно быть. Все, вспомнил этого чувака. Сейчас бы будет за ним. Ну, должен, по крайней мере, за ним гоняться. Гоняется? Не гоняется. Зачем он картофель? Там же есть камень. А, мы запулим ему опечку и сами туда перелетаем, получается. Так, сейчас запулим. Сначала.
Да, отлично. Так, и... Да, может, оно и нам и не надо, на самом деле. Как бы будет на нас не обращать внимания, и мы можем спокойно закончить. Так. Так, отлично. Это был 8-й уровень, по-моему. 8 овечек осталось. Великолепно. Что может быть лучше? Я, кажется, знаю, что это за уровень будет. А, может и нет. Фантастика! Да-да. Фантастика, именно так. Так, ну и на этом я, пожалуй, 4-ю серию закончу. Всем спасибо за просмотр, с вами был Женек. Всего доброго, до встречи.